Здравствуйте, наши дорогие Азат и Аня. Наконец-таки у нас получилось записать видео. Мы очень давно это хотели, но в прошедшем видео, которое мы сняли, но вам не отправили, в принципе, мы так вот посчитали, что смысла не было уже отправлять, потому что ты записывала, Ань, видео, где ответила на все наши вопросы, поэтому посчитали нужным его уже не отправлять. Насчет этого видео. В этом видео мы бы хотели рассказать про легализацию диплома. То есть, пока мы скоро, то есть мы уже готовимся к отъезду, и потихоньку решаются все вопросы с документами. Сейчас вот обновляем паспорта. И что насчет диплома? В общем, дипломы у нас вот такого образца, казахстанские дипломы. Здесь у нас идет внутри приложение на трех языках. Русский, государственный казахский и английский язык. На трех языках. Это идет приложение. То есть здесь даже вот оценки, баллы идут, как в каждой стране оценивают ученика. У нас ставят пятерки, тройки, двойки, да, где-то ставят A, B с плюсом, с минусом, где-то просто в цифренном, короче, количестве. Теперь, в общем, у нас есть одна компания, которая занимается в городе Кустанай, в нашем городе, которая занимается легализацией таких документов, ну, в частности, дипломов. И мы обратились в такую компанию. Они отправили в Астану, в столицу нашей страны, отправили наши дипломы, нам апостилировали дипломы, то есть перевели на, легализовали, перевели на английский язык, перевели не только, ну, приложения у нас были уже переведены, перевели сам диплом и сделали копию, с него сделали тоже перевод и нотариально заверили. То есть вот эта вся операция нам вышла, ну, если говорить вашими российскими рублями, вышла 2000 российских рублей за один диплом. Мы сделали мой и жене вот тоже сделали два диплома. Вот. Что касается теперь, вот хотел спросить, мы, то есть, легализовали, но точно сказать прям не знаем, правильно это все, неправильно, потому что в том видео, где Азат ты выкладывал о легализации свидетельства о браке, ты прям показал действительно очень много печатей, которые вам проставили, да, то есть министерство там юстиции о том, что данный нотариус действительный. То есть все вот эти подробности у вас были проставлены штампами, печатями. У нас почему-то, ну я не знаю, я опять же говорю, мы это сделали, но стопроцентной уверенности в том, что это все так должно быть, как бы нету. Поэтому уже по прилету, по приезду будем знать, все сделали мы правильно или нет. Опять же говорю, диплом, перевод, апостиль, то есть вот этот сам. На трех языках приложение с оценками и копии переведенные тоже и заверены нотариально. Все, в принципе, здесь просто главной печатью для нас здесь является, это вот, естественно, печать Министерства образования. Печать Министерства образования, которая у нас... То есть, в общем, на вот это все дело ушло у нас где-то 15 дней. В течение двух недель нам сделали эти документы. И, в принципе, сейчас вот по документам у нас осталось обновить паспорта, легализовать, ну, еще какие-то вот документы, что там, свидетельство о браке, да. Все, так, в принципе, мы, в общем, подготовлены. В общем, пусть это будет первое пробное видео, мы вам отправим его, я постараюсь как-нибудь выложить, может быть, там ссылку вам скинуть. Пока еще не знаю, но мы вам отправим и надеюсь, что скоро с вами свяжемся, еще отправим вам еще одно очередное видео. А пока на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.